Если вы хотите строить демократию и гражданское общество, вам необходима децентрализация. Основная цель децентрализации – поддержка гражданского общества. Да, есть риск, что это приведет к утрате контроля над Донбассом, но у людей в этих регионах должен быть пример реформ в Украине, успехов Украины, чтобы они снова хотели реинтегрироваться в Украину.